В игру за мирным небом 8 лет назад из украинской Горловки переехала многодетная семья Колодяжных. Сейчас они живут в Междуреченском, работают, учатся, строят планы на будущее и переживают за близких, которые остались в Донецке и Луганске. Мои коллеги встретились с большой семьей и узнали их историю. Подробности в сюжете. Очень любим Украину и украинский язык. Я по образованию учитель украинского языка. Вот это была моя мечта с детства. Я, что называется, патриот своей страны до определенного момента были. Вот. Это был выходной день. 5 часов утра еще не было. Был авианалет на РОВД. Тогда погибли люди. Здание было разрушено не полностью, но... Скажем так, одного этажа там уже не было, второго посередине убило. И когда мы днем поехали в ту сторону, то там просто обломки деревьев на дороге валялись. Тогда, почти 8 лет назад, Колодяжные решили переехать. Новый дом большая семья нашла в Югре. Остановились на Междуреченском. Здесь девочки, а у Читы было 5 дочерей, пошли в школу и детский сад. Глава семейства устроился инженером-программистом в районную больницу. Ольга начала вести активную работу в общественной организации многодетных семей Кандинского района «София». Если раньше летит самолет, ты поднимаешь голову вверх, смотришь на след, да, любуешься этим всем, а потом летит самолет, а у тебя все сжимается внутри, и ты думаешь, где ближайшее убежище, куда мне деться, как всех собрать, где сейчас что произойдет. И мы, когда сюда приехали, наши дети были приучены к тому, что при звуках самолета или вертолета нужно бежать в подвал. Вместе с детьми в Югру перебралась и Лариса Николаевна. Теперь она помогает воспитывать внучек. К слову, здесь, в Междуреченском, у Читы родилась еще одна дочь, маленькая Саша. Ее старшие сестры теперь студентки, учатся в Екатеринбурге. Здесь спокойно, вот они спокойно ходили в школу, спокойно отучились, поступили. Жизнь наладилась, вот старшая дочь вышла замуж. Как бы все это происходило там, куда бы они пошли учиться, конечно, все планы, все, что было, не осуществилось. Но я думаю, это к лучшему. Вообще родина там, где спокойно твоей душе и твоей семье. Колодяжные внимательно следят за тем, как проходит специальная операция на Украине. В Донецке и Луганске у Ольги и Алексея остались близкие люди. Виктория Редькина при поддержке телекомпании «Канда».